Знаете, мне было очень приятно, что когда на дегустации йогурта мы были с Дамиром в Самборе, а потом отправились в... Господи. А потом мы подошли к кассе. Кассир видела, что у нас еще что-то есть. Не в корзине, а в тележке. В тележке. Кассир видела, что у нас что-то есть в тележке еще. Но она не сказала и слова. Во-первых, у них там есть вот эта пикалка, вот, да, которая... Вот эти вот рамки, которые пищат, да, в случае, если ты там сопрешь что-то. И мне кажется, вполне можно им доверять, вот, этим рамкам. Но такая история, что такие же точно рамки есть и в караване. И при этом всегда кассир просто вот так вот перекидывалась через ленту и заглядывала, что у меня там в корзине или в тележке. И так было абсолютно всегда. Может, у них устав другой, я не знаю. Но мне, там какой-то внутренний, но мне было невероятно приятно то, что в Самборе у меня не делали вот это вот. А что у вас там в кулечке? А ну разворачивайте, показывайте. Такой истории не было, и слава богу, мне это, если честно, очень приятно.